Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы на Crazy Lessons, и сегодня мы снимаем первый ролик на нашем канале на русском языке. Итак, учитель дал мне немного странное задание, ну, нам задали. Взять шприц, взять две пиалушки либо чашки чая, набрать шприц и посмотреть, с каким давлением, с одинаковым или с большим давлением, что будет с чаем, ну, и также, как намного ли быстрее будет наливаться жидкость. Итак, набираем шприц. Так, набрали. Набрали. Так, теперь мы смотрим. Мы со спокойным давлением, ну, то есть по-обычному, просто заливаем чай со шприца. Ничего особенного. Теперь мы попробуем с более сильным давлением, ну и практически, точнее, полным шприцом. Дома не повторять. Давайте. Поехали. Что это было? Что? Чего, блин? То есть вы поняли, да? Чуть-чуть сильнее надавил и... Что? Что это? Господи. Игла просто вылетела с огромнейшей скоростью. И как бы вот примерно на этой отметке вылетела игла, и получается весь чай просто мгновенно. И также чай из самой пиалушки, потому что игла залетела, и вот это все. Что, блин? Ну, это было весело. Не забудьте подписаться на канал, нажать красную кнопочку внизу, написать свой комментарий, нажать на колокольчик и поставить свой царский лойс. Не забудьте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте. Меня зовут GamerKill, а это был канал Crazy Lessons. Всем пока!